Ролло Мэй, выдающийся психиатр, написал замечательную книгу под названием «Поиск человеком самого себя». В этой книге он говорит: «Противоположностью мужества в нашем обществе является не трусость, это конформизм». Вот в чем проблема сегодня. Люди ведут себя так же, как все, не зная почему, не зная, куда они идут. Большинство людей понятия не имеют, куда они идут. Они действительно не знают. Не нужно быть гением, чтобы понять это. Просто понаблюдайте за тем, как живет большинство людей, как они действуют, как они говорят, как они ходят, как они ведут себя, как они одеваются. Все в них говорит о том, что здесь нет ничего, кроме путаницы. Карл Меннингер отмечал, что окружение важнее наследственности. Вы должны действительно следить за тем, что вы делаете и с кем вы общаетесь. Я очень избирательно отношусь к людям, с которыми провожу много времени. Я не думаю, что я лучше кого-то. На самом деле я знаю, что я не лучше других. Я знаю, что мы все равны. Мы все происходим из одного и того же рода. Я имею в виду, мы действительно равны. Есть только один разум. Но большинство людей не понимают, что они такие же, как те, у кого дела идут очень хорошо, поэтому они не видят себя успешными. Я не хочу проводить много времени с теми, кто не ориентирован на достижение целей. Я не хочу проводить много времени с теми, кто не знает точно, куда он собирается идти. Я не хочу проводить время с теми, кто хочет играть осторожно, потому что я могу заразиться этим от них. Вы действительно статисты в нашем собственном фильме, а не исполнители главной роли. Поймите, вы звезда своего фильма. Звезда, получившая Оскар. Что говорит Шекспир? Вся жизнь — сцена. Это действительно так. Так почему же некоторые люди ведут себя так, будто пьеса закончилась? Они просто собираются сидеть там и ждать, пока не погаснет свет. Вы не можете знать то, что должно произойти. Вы должны доверять, вы должны вести себя как человек, которым вы собираетесь стать. Теперь вам также необходимо понимать, что некоторые из близких вам людей скажут: «Кого ты из себя строишь? Ты обманываешь себя? Перестань вести себя фальшиво. Люди будут над вами смеяться». Я испытывал это на себе. Когда мой доход вырос, некоторые люди, которых я считал своими друзьями, перестали со мной общаться. «Хорошо, ты зарабатываешь все эти деньги, что ты собираешься с ними делать? Но мне нравится их тратить. Правда, моя жена получает от этого больше удовольствия, чем я». Вы покупаете новую красивую машину, они говорят: «О, теперь ты большая шишка». Конечно, вы, вероятно, хотите жить в новом красивом доме. А что случилось со старым? Он недостаточно хорош для тебя? Вы должны быть готовы к этому, и вы должны развивать внутреннюю силу, потому что, скажу я вам, поначалу это больно, это беспокоит вас. Они пытаются притянуть вас туда, где сами находятся. Итак, если вы негативный человек, другими словами, вы выбираете негативные мысли, вы беспокоитесь, испытываете страх и тревогу, вы знаете единственное, что вы можете притянуть? Людей, которые вибрируют на этой частоте. Вы будете притягивать других негативных людей. Страдание любит компанию. Успешные люди притягиваются друг к другу. Они ходят в одни и те же клубы, отдыхают в одних и тех же местах, водят одинаковые машины и живут в одних и тех же районах. Если вы не являетесь таковым, как им стать? Общаться с ними. Вы сами выбираете свое окружение. Именно так я и поступил 27 лет назад. Я сидел в баре здесь, в Торонто. Там я проводил большую часть своего времени и все свои деньги, которые я мог выпросить, занять или украсть. В те дни я совсем немного зарабатывал. Однако я поднял свой бокал, посмотрел на него, оглядел вокруг и подумал, что все они здесь неудачники. Они являлись таковыми. А потом я подумал: «Боже, должно быть, я тоже неудачник, потому что я всегда здесь. Я один из них. Они часть меня». Знаете, что я сказал тогда? Я поставил бокал и сказал: «Я никогда больше сюда не вернусь, пока я жив». И я никогда не возвращался. Спасибо за просмотр. Надеемся, вам понравилось увиденное. Если да, то ставьте лайк и делитесь своим мнением в комментариях. Если вы хотите получать больше подобной информации, подписывайтесь на канал и нажимайте кнопку колокольчик. Успехов всем и процветания!